Ну не толкайте, я вам 100 раз говорю, 1 000 000 раз говорю. Вам всеми отдам, потому что никто не... Тихо, мне сейчас не толкайте. Ну не толкайте. Дайте пройти начальнику. Эй! Талонов на месяц. Да, 10 талонов на месяц, я ничего не говорю. Талон один на 3 дня. На 3 дня. На 3 дня не хватает. Конечно, вот представь, очередь за месяц. А он мне и не нужен хлеб. Он мне не нужен. Я себе сегодня пойду, куплю диабетический. Ой, с отрубнями он. Я с отрубями беру. А я живу со внуком, а ему мягкий хлеб подавай. Вот опять будут переизбирать. А кого вы будете выбирать? Я никого. Почему? Ну, никого так нельзя тоже. Я склонна к Жириновскому. Какой Жириновский? Но только не Медведева. Ну, почему? Парень грамотный. Ну, что ж ты грамотный? Я тоже не дура. Тут в очереди, как на Украине, да, стоит? На Украине, наверное, такого нет, как у нас. Паша, у вас на Украине Порошенко сколько самолетов отправил за границу? А люди бедствуют. Вы хоть улыбайтесь, когда талон получаете. Не орите, да? Да, не толкайтесь. Тебе вот раз, еще подожди. Тебе вот 2. Хорошо? Иди, иди, родной. Тихо, 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 не толкайте. Пожалуйста, не толкайте. Стоим, подожди. Только второй очередь, не стоите там. Андрей, снимай. Так, а вот... И все тут, да. Спасибо. До следующего раза.